Ну ладно, аптечка мне снова добавила немного уверенности. Нет, а вот и новая механика. Я же вообще ничего не вижу. Ты не можешь сбежать. Что, реально убежал? Ребят, начинается самое интересное. Как я вызову лифт? Все. Лифт скоро приедет. Лифт вызвал. И снова всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в страшное прохождение Майнкрафта. Или же побег от маньяка. Да, друзья, сегодня мы вновь попадем в по-настоящему сложное прохождение. Прохождение, где нам нужно быстро думать, быстро убегать и все еще быстро прятаться. Предыстория. В данной рубрике мы вместе с Фиксплеем попали на работу в некий только-только открывающийся отель. Отель, который предлагает солидную зарплату, добрый коллектив и карьерный рост, о да. В данном ролике в качестве выживших у нас тут такие люди. Лолошка, Фиксплей, Юни, Санек, а также Архимаг. Купившись на объявление о работе, мы устроились на ночную смену, приступили к первому рабочему дню и тут понеслось. Напомню, все выходы заблокированы, двери закрыты, а владелец отеля и вовсе не собирался зарабатывать деньги. Вместо этого его цель — купить и кромсать. Друзья, повторяюсь, добро пожаловать в побег от маньяка. Сегодня, стараясь убежать от настоящего актера, нам предстоит выжить и покинуть территорию отеля. Общаться с Фиксплеем, Юни, Саньком, Архимагом можно только в Майнкрафте на близком расстоянии. Любые слова, которые будут произнесены, слышат абсолютно все, и даже маньяк. Главное правило данной рубрики – у маньяка полностью развязаны руки. Он может жестить, как ему захочется, ибо, повторяюсь, мы хотим настоящих эмоций. Ну а также напоминаю, карта генерируется случайным образом, поэтому если на этом ролике наберется снова много лайков и подписок, то внимание, самое крутое, мы снимем бонусную игру, в которую позовем всех знакомых ютуберов, и на карте будет практически 0 аптечек. Сейчас выход этого бонусного ролика будет зависеть только от ваших подписок и лайков. Очень на вас надеемся. Что ж, как говорится, добро пожаловать, а мы начинаем. 3, 2, 1. Итак, начинаем. Добро пожаловать в отель. Снова боремся за жизнь, как понимаю. Напомню, я не один. Где-то тут Санек, Архимаг, Фиксплей, Юни и опасный маньячелло. Наша цель выбраться, а для этого нужно починить лифт и запустить генераторы. Вроде все просто. Но, начиная с этой карты, у нас добавляется новая механика и также добавляется два новых предмета. Механика. Маньяк может отключать свет. То есть у нас карта может просто в кромешную тьму опуститься. Дальше, новый предмет, граната. Создает дымовую завесу и того, кто кинул эту гранату, помещает в невидимость. То есть можно легко убежать от маньяка. Новый предмет, цепь. Оглушает маньяка на 3 секунды. Использовать можно где угодно, и маньяк оглушается тоже где угодно. Собственно, по сюжету у нас. Оставляю послание выжившим, которые окажутся здесь после меня. Для начала вам нужно найти болторез. Он может быть в абсолютно любой комнате. С болторезом перережьте цепь на калитке, которая ведет в лес. В лесу найдите ключ от склада, а после... непонятно. Главная цель — активировать генераторы. Не, ну, вроде звучит все просто. Собственно, поехали. Понять бы, где находится... наш кабанчик? Наш маньяк? Так, здесь пусто. Кухня, не могу открыть. Ой, страшно. Хай. Здорово. Смотри, у нас новый предмет, цепь. Оглушает маньяка на 3 секунды. И граната дымовая. Да, а давай отсюда заберем. Не-не, так нельзя. Блин. Опа! Вот и первая жертва. А чего вы тут вообще собрались? Ключ от генераторной в подвале. Юни, Юни, привет! Привет, привет! Я два ключа уже нашел. О! Ой! Кого-то ударили. Они на первом этаже, что ли? Да, да, пока можно искать. Так, тихо, кто бежит? Я слышу, как кто-то что-то делает. Давай-ка, наверное, сразу сюда. Вот, вот, смотрите. Тот самый лес. Вот эту цепь надо перерезать. Нам нужен болторез. Так, болторез... здесь нет. Сейф-зона. Что это? Аптечка, хорошо. Фух.
Буду хотя бы себя в безопасности чувствовать. Так, сейф-зона. Аккуратненько. Здесь, по-моему, ловушка есть. Да, вот она. Блин. Ну, у меня цепь есть. Если что, оглушить маньяка смогу. Боже. Нет! Помогите! Помогите! Господи! Ты, ну серьезно? Валим. Приветики. О, привет. О, вы что тут вдвоем, втроем? О, привет. Да вы что, угораете? А где маньяк? Я его... О, смотрите, они снизу. Они пока снизу. Ребят, давайте. Напомню, если что, когда маньяк бьет, у него оглушение на 3 секунды, поэтому он не может продолжать бежать. Ну это трешак. Минус аптечка. Просто первая секунда матча называется. Так, ладно, он ушел. Сейчас аккуратненько. Вот здесь! Стоять! Я думаю, то, что здесь что-то валяется. Ну, лабиринты же не просто так. О, аптечка. Вот это та самая ловушка. Ничего. Ну ладно, аптечка мне снова добавила немного уверенности. Нет. А вот и новая механика. Я же вообще ничего не вижу. Ой. Электричество выключено. Я сейчас нахожусь в секции отеля. Ничего не вижу, и бегать мы не можем. Я капец. Боже, я тоже. Все, на самом деле тактика очень проста. Просто сидим здесь и ждем, пока кто-нибудь починит. А это не должны быть мы? Мы вроде рядом находимся с... Да? Я, честно говоря, в этой темноте вообще ничего не вижу. Абсолютно. Блин, это слишком темно. А где включить электричество теперь? Так, давай тут спрячемся. Я вообще ничего не вижу, правда. Что у нас тут есть? Пожалуйста, хоть что-то. Аптечка, отлично. У меня две аптечки, меня это уже радует. Мне пока везет. Здесь ничего вроде нету. Нет, вообще невозможно без электричества. Электрическая! Ну-ка. Сюда! Сюда! Я чувствую, все мне сейчас благодарны. Так, вот тут сейф-зона. Мы в нее. Тихо. О! Маньяк! Я тут, маньяк! Не в сейф-зоне. Маньяк, я тут. Мы такие сладкие, иди к нам. Мы такие вкусные здесь стоим, сидим просто. Ням-ням. О, да, хорошо. Блин. Ребят! Ребята! О, да. Вы где? Вы где? Ром, мы в сейф-зоне на втором. А, на втором? Я на первом просто. Ой, тут маничелло бегает, аккуратно. По-моему, у меня маничелло. Да, он у меня. А чего вы все как рыбки-то за стеклом сидите? Помогите. Как рыбки, это правда. Пыталась понять, где находится болторез. А, что? Нашел. Так, слушайте, наверное, я пойду сейчас. Нет, я не пойду на второй этаж, Ром, ты тут? Ой, кого сейчас? Почему? Ой, приветик. А я с другой стороны пришел. Ой, смотри. На втором этаже нашел. Нихрена себе. Подожди, вот это самый крутой ключ. Вот это прям самый. Ребята, ты поручаешь эту миссию мне? Нет, я поручаю. Да. Нет, смотри, фикс-плей. Вот это тебе, а другое мне. Давай. Да, все, хорошо. А вот это тебе. Отлично, хорошо. А что, мне сразу вот это использовать? Да, там же это. Вам надо, у меня есть вот. Мне пока нет. Слушай, ну раз я иду на опасную миссию, давай. Давай, а я пошел. Так, у меня отважная миссия тоже. Ключ от клетки, ребята, нашли, молодцы. Клетка, она вроде здесь. А значит, я сейчас с лету просто достаю нам 3 литра топлива сюда. Все. Аккуратно, ловушка. Так, все, побежали. Хорошо. Так. А, он за нами! Вот здесь! Помогите! Нет, плиз! Пожалуйста! Нет! Повезло тебе! Господи, какой стресс! Я не хочу в это играть! Я не хочу больше играть в это! Фу-фу-фу!
О, отлично. Это аптечка или топливо? Аптечка. Нет, 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 нет! Все, я ухожу, я ухожу отсюда, я ухожу отсюда! Только не трогай! Не уходи, пожалуйста! Нет, 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 я ухожу, честно. Ну ладно, у меня есть аптечка. Тихо. Кто там? Кто калитку открывает, закрывает? Эй! Я слышал как... Ну, если никто не отвечает, значит, это маньяк. Рома, О, фиксплей! Выбегай, я все взял. Иду, 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 иду. Пошли, пошли, пошли. Где, 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 где? Боже, беги! Боже, бляхаму! О, здравствуйте. Хай, хай, у меня есть вот это, вот. Что это? Ягуар. Ой, хорошо. Хорошо. О, вот здесь. Что? Что? Соленая карамелька. О, господи. Опять. Нет, ребята! Вы БТИ! Вы БТИ! Ребята, вы все в сборе! Вы пришли послушать мою историю! Я так его размонтил просто! Ну давай, давай, давай. А вот в ролике посмотрите. Подожди, у тебя по ХП что? По ХП что? Отлично, все, но по аптечкам только одна. Слушай, у меня один бинт. ХП, можно аптечку, аптечку, плиз? Давай, вот аптечка. И у меня бинт и топливо. Топливо еще есть. У кого-нибудь топливо есть? Мне сейчас аж плохо стало. У меня вот есть. Вот это я понимаю. Так, ладно, по ключам скиньте. Давайте, скиньте мне все, я хотя бы посмотрю, что у нас есть. Ладно, ладно, давай. Так, вот один ключик, второй ключик. Это все? Да. Ребята, ага, плохо ага. Работаете. Так, плохо. Получается, ключ от склада, ключ от генераторной в подвале. Нам нужно вон туда. Вон туда нам да, нужно. Да, 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 да. Ну ты же понимаешь, он где-то здесь. Он где-то здесь, он где-то здесь. Блин, свет. Сейчас резко в три разные стороны, поняли? Да, да, да. Ребят, я вот туда, я туда, я вот туда. Окей, я вон туда, вон туда, я вот туда. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, побежали. Он слева, он слева. Я не знаю, куда я бегу. Куда я бегу? Так, бочки, бочки, по-моему, здесь. Ключ от склада. Вот. Все, ключ от склада. Я не вижу ничего. О, маньяк, вон он. Я бегу, я бегу. Я спасу, ребят. Я уже чинил свет, починю второй раз. Это вот здесь. Есть! Есть! Так, короче. Боже, как же это страшно каждый раз. Нет! 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 Бинт. Так, вот здесь прятаться. На самом деле, когда прячешься, лучше вот так вот закрывать дверь, получается. И маньяк даже не будет думать о том, что здесь кто-то спрятан. Я тут! Я тут! Где? Вылезай! Я знал, что ты сможешь, хорош. Я починил свет. Что у тебя? Ключ от охраны. Хорош, 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 хорош. У тебя по ХП все ок? Ой, смотри, где он? Он очень далеко, он очень далеко. Давай, давай, обыщем сразу все здесь и побежим охрану открывать. Окей, окей. Так что осматривай быстро, быстро, быстро осматривай. Так, здесь. Я не вижу ничего. Ничего. Вроде бы все пусто. Как будто здесь только ключ от охраны, но если мы прострем тут ключ, это будет плохо. Пожалуйста, в сейф-зону! Пожалуйста, в сейф-зону! Боже, он тут! Блин, у меня пол ХП! Зачем я туда пошла? Я только аптечку потратила! Тихо, я взял. Ключ от подвала я взял. О боже, мне так сердце стучит. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте. А подожди, у меня тут релакс-комната после побегов. Господи. Дымовую гранату вообще хоть кто-то находил? Нет. Нет. Реально? Если что, смотрите, в доме ее нет, там, который на краю находится. В другом доме ее тоже нет. И вообще там в целом ничего нет. Там, там ничего нет. Короче, Ром, держи. Держи, я открыл охрану, там только это. Ты хорош. Это было легко, он как раз за Тасси бегал. Да-да-да, слушай, давай тогда, вот здесь. А, кстати, а подвал открыт? Да вот мы, да вот, тихо только, тихо только. Тихо. Подозрительно тихо, да. Ой. Там Санек бегает на улице. Он здесь, он пробежал сейчас только что. Тихо-тихо. Саня на улице бегает.
Надо, чтобы нормально, он подсветился. Нормально. Вот он, вот он, вот он, вот он. Все, идем. Маньячок, маньячок. Все, 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 нормально, 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 нормально. Так, генераторная. Все, прячемся. Блин, тут паутина, серьезно? Капец. О, ключ от кухни. Блин, а нет, 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 я не хочу. О, дымовая граната, дымовая граната. Там кто-то был, ловушечки сдох. И зря капканчики расставил. Блин, а, так это еще и не ты убил. Обалдеть. О! Что? Убили Санька. Блин, подожди, а реально как быть? Рома! Ой, о, да. Как успехи по десятибалльной? Нормально? Беги, фиксплей! Бегу! Беги! Просто беги, черт возьми! Ой-ой-ой. Я пока здесь, быстро. Так, тут дверь. Быстро, 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 быстро. Все чекаем, чекаем, какие-нибудь бинтики. Нету. Так, если что, дымовую гранату использую. Топливо! Где еще могут быть важные предметы спрятаны? По-любому в лабиринте вот кто-то что-то не заметил. Что-то крутое. Что-то полезное. Тихо. Вот здесь можно спрятаться. Так, по тактике, по тактике. Мы вот так вот закрываем. Ай, да блин, ударил! Саня умер от ловушки, прикинь. Что? От капкана? Да. Боже, кому-то нужен бинт. Я уже это понимаю, кому-то нужен бинт. Так, подожди. У меня два топлива по литру. Получается, трехлитровое топливо тоже у кого-то есть. Я не помню, у кого, правда. И нам нужен еще один литр. Просто один литр надо найти. Звучит очень просто, на самом деле. Звучит. Так. Что? Да, да, да. Ключ от подвала. Цепь! Все, оглушим. Я чувствую себя в безопасности. Сейчас в лютой безопасности. Ключ от подвала со второй стороны. Это майн-сити от маньяка. Там они тоже как раз его сейчас разводят. Вот он, лифт. Давай ты, прямо сейчас, направо, через 3, 2, 1. Пошла, 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 молодец, молодец, убегаешь, хорошо. Ну чё? Давай, мистер Маньяк, давайте, давайте. Мистер Маньяк, на счёт 3, 2, 1, налево вы бежите. 3, 2, 1. А где Фикс? Мне кажется, там у кого-то проблемы жесткие. Беги, у меня бинт! А у меня топливо, которое всем так нужно! Ааа, беги, беги, фиксплей, бинт, срочно! Я в сейф-зоне, он тут рядом, он меня караулит. А, сколько у тебя хп? 3. Давай спускайся по трубе, спускайся, я дам тебе бинт. Чё за труба? Ну по трубе, тут труба есть! Я не могу, он тут! А, блин. Так, сейчас. Я выхожу! Через 3, 2, 1! Ты реально думаешь, что... Ну это не сработало, может сейчас типа... Фиксплей? Угу. Тут тоже ничего нет, понял. А! Лёд дамажит. 0 хп. Опа! Заблудились! Оу! Блин. Так, мы делаем вывод, что он не у меня. Давай спускайся, быстрее, давай, давай, давай. У тебя получится, бинт прямо здесь. Нет! Вот так, он умер. Он умер над нами, и у него что было? Что-то было, что-то было. Он был прямо перед вами. Топливо, 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 топливо. Топливо, топливо. А как мы... А где он? Где Рома? Так, у меня цепь, у меня дымовая граната. В целом, в одного это тоже можно выиграть. У меня все топливо, и у меня сейчас ключ от кухни. Кухня это где? Это вот. Так, ключ от кабинета номер 2. Топливо! Бляха-муха, мы же можем выиграть прямо сейчас! Кабинет. Так, пусто. Бежим, 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 бежим. Так, здесь. Генераторная закрыта. Фу.
зачем это все делаете, да? Нет! Подвал — это дядя мне игрушка! Нет! Мама! Почему так стрёмно? На топорик наткнуться! У меня так сердце сильно бьется. Боже. Последний обход вокруг вот этой елочки. По-моему, на шифте, кстати, если я буду ходить вокруг этой елочки, то ловушка не сработает. Новое достижение — мышь крадется. Хе-хе-хе. Да, здесь можно прятаться. Но здесь, по итогу, ничего, кроме капканов. Так, ну теперь надо как-то отсюда выбраться. А где Юни? Неужели она реально все это время в сейф-зоне? Он тут! Он тут! Уходи, уходи! Уходи куда-нибудь, нет? Идите сюда. Нет, не пойду. Идите. Только за бинт. Ты одна? Да. С тобой еще кто-нибудь есть? Ну нет. А то я не вижу. Признаться честно, если так, то она не самый ценный союзник. Ну нет. А то я не вижу. Блин, он специально двери закрывает. О! А я тебе не верю. Подожди. Я не понимаю. Это замечательно. О, там Юни. А вот эту дверь никто не открывал? Ключ! Бежим! Все, бежим! А! О! А! О! Ай-яй-яй! Бежим, 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 бежим! Помогите! Ой, где же ты прячешься? Не вижу тебя! Так, сейчас смотри, как делаем. Берем это. Ой, тихо. Не бойся. Ты не можешь сбежать. Что, реально убежал? Не может. Так и знал. Да ты зараза, ты как... Ты еще раз куплюсь, ты что, совсем, что ли? Блин, а как мне быть-то? Как быть-то? Как в этой ситуации вообще что-то делать? Пипец, как он близко сейчас был! Я Опа, привет! Ну, здорово! Бежим! Бежим! Помогите! Помогите! Господи! Отстань от меня! Отстань от меня! Ушел. Нет, он не ушел. Или ушел? Стоп, подожди, реально ушел. О, нет! Так, ключ от генераторной. Я знаю, где спрячусь. Чекайте. А, стоп, что? Ключ от генераторной на втором этаже? Почему он у меня не потратился? У меня просто ключ остался. Это баг? Ну ладно, во всяком случае, я открыл. Тихо. Сейчас, смотри, как мы делаем, получается. Заливаем топливо и сразу бежим. Правда, куда бежим? Подожди. Мне же нужно сначала ключ найти снизу. Нет, смотри, как мы сделаем. Мы сначала не будем заливать, чтобы у него уведомление не появилось. Мы сначала попробуем пробежать в подвал. Да. Вот тут генераторная открыта. Да, тут открыто! Все, погнали, быстро, быстро! А кто-то залил его. Бежим, 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 бежим! Бежим! Так! Все! Хорошо! Теперь быстро лестница. И вот тут, ребят, начинается самое интересное. Как я вызову лифт? Все. Лифт скоро приедет! Лифт вызвал. А! Нет, 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 нет! Нет, нет, нет! Нет! Нет!
Нет! Нет! Помогите! Или все-таки не очень. Ах ты, зараза! Аптечка. Ой, черт. Черт. Юни, Юни, если ты меня слышишь, беги к лифту! Юни, победи! Он забайтился. Чекай. А, тут не пройти через гирлянды, да? Так, ладно, я как-нибудь сейчас. Аккуратненько. Ой, привет, голубчик. Всё, дымовая. Твоего напарничка что-то жду. Да, бежи! Не оставь, пожалуйста. Мы выжили. Самое интересное, что мы прибежали в один момент. Ура! Черт возьми! Мы победили! Дамы и господа, я очень надеюсь, что вам понравилась данная рубрика. Спустя целых 3 выпуска, победа за нами. На самом деле могу сказать так, если здесь наберется много лайков, много подписок, то не забывайте, мы всегда можем придумать, заказать или просто сконструировать что-то новенькое. Поэтому если вам в целом нравятся вот такие рубрики, ставьте лайки, подписывайтесь, а сегодня... Победа за нами, маньячок. Ну я еще вернусь. Это мы еще посмотрим. Собственно, большое спасибо за участие в данном ролике Архимагу, Юни, Кабану, Фиксплею и Саньку. И, конечно же, вам, зрителям. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и одна большая команда. Всем удачи, всем пока. Пока. Всем пока.